Всем привет, ребят, с вами Юмилия. Ну а сейчас, по многочисленным просьбам, мы будем смотреть видосик от Брайана под названием «Не впускай маму с родительского собрания». Я, слава тебе, Господи, уже окончила школу довольно-таки давно. И вообще, когда моя мама приходила с родительских собраний, то ничего плохого она мне не говорила. Ну а если говорила, то такие случаи были очень редкими. В основном она меня хвалила и говорила, какая я умница. Вот такое тоже бывает. А вы не забудьте написать в комментариях, что бывает у вас в вашей семье, когда ваша мама приходит с родительских собраний. Она вас хвалит, ну или же ругает. Ну ладно, давайте меньше болтать и поехали смотреть Брайана. Блин, какое же качество съемки классное. До свидания. До свидания. Дети, позвонили со школы, сказали, что завтра собрание. Меня же не ждет там никаких сюрпризов. Нет, мамуль. Обман. Капец. Прям какой-то трейлер фильма. Если она еще и математику узнает, то вообще... Полное отчаяние. Кто это? Кто это говорит? Что у Брайана за камера? Если вы знаете, то напишите, пожалуйста, в комментах. 7 дней? Сколько? Блин, да они задолбали, скажи. Ой, и не говори. Мы же всего лишь в 4-м классе. В 4-м? Продолжаем. И что бы ты ни делал. Ох. Эпичненько. Этот момент настанет. О, все. Привет, мам. Ох, ее коломаны. Гнев готов вырваться наружу. А твой дом станет ловушкой. Блин, реально, будто бы какой-то фильм. Я бы его с радостью посмотрела. Уходи. Какие у него худенькие ножки. Кто-то должен быть. Если вы тоже заметили, пишите в комментах. Ладно. Взял и бросил. Вот. Попробуй пережить это. Звучит как новый челлендж. Нет. А, вот такое у меня тоже было, да. Да-да-да. 9, 10, 11 класс, золотая медаль и вся эта дичь. Да. Учись! Поздно уже учить! Почему матери приходится за вас краснеть? Твоя цель — дожить до утра. Почему ты не ходишь на биологию? На чем ты на алгебре постоянно рифмуешь слово 300? Мне кажется, меня что-то утаскивает! Куда это мама. Деньги за питание. Держись. Все. Рассвет. Ну нет, мне кажется, это не все. Видео утром все станет как прежде. Детки, идите завтракать в школу, опоздайте. Что? А почему? Мам, отдай провода от компа. Ну, почти все. А вот и я. Все, что ли? Уже скоро выйдет новое видео, поэтому подписывайся на канал, чтобы не пропустить его. О, каюшки, ну я уже на Брайана довольно-таки давно подписана. Наверное, года так полтора, может быть, даже и два. А как давно вы подписаны на Брайана, пишите в комментариях. А вдруг вы на него вообще не подписаны? Если это так, то обязательно и поскорее это исправляйте, потому что данный видеоблогер достоин вашей подписки. Вот вроде бы Брайан в этом видеоролике все гиперболизировал, и на самом деле в жизни подобного, ну, по идее, происходить не должно. Но все-таки я считаю, что есть и такие родители, которые применяют насилие к своим детям за то, что те не очень-то хорошо и учатся. В моей семье, слава тебе Господи, такого не было, я надеюсь, что у вас такого нет, но я слышала о нескольких случаях, когда ребенок, например, плохо учился или же не дотягивал там, да, и к нему реально применяли насилие, его били и над ним издевались родные родители. Я считаю, что такого в жизни не должно быть, и если вдруг у вас что-то подобное случается в жизни, то, пожалуйста, расскажите об этом другим людям,
например, учителям, каким-то, может быть, родственникам, и, возможно, они вам смогут как-то помочь. Но терпеть, я думаю, этого не стоит. Да, вроде бы мы сейчас посмотрели такой веселый и угарный видеоролик от Брайана, но почему-то именно вот в данном видосике вот я захотела рассказать вам именно об этом, потому что такие мысли меня посетили после просмотра этого ролика. Ну что ж, мои дорогие, увидимся с вами на стриме, который будет проводиться в среду в 18:00 по московскому времени. На нем я буду играть в игру «Престолов» от такой компании, как Telltale. Также стримы я провожу по субботам и воскресеньям, также в 6 часов вечера по Москве, поэтому если вы хотите посетить мою прямую трансляцию, то вы знаете, когда и куда нужно заходить. Ну а с вами, как всегда, была ваша Юмилия. Большое спасибо вам за просмотр, ловите сердечко, ну и, конечно же, поцелуйчик.